Агентство «Рейтер» распространило видео с места падения российского военно-транспортного вертолета Ми-8, который был сбит в результате обстрела с земли в сирийской провинции Идлиб. Пресс-служба Минобороны России подтвердила потерю машины и гибель 5 человек, находившихся на борту. Это 3 члена экипажа и 2 офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии. По информации оборонного ведомства, вертолет возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. С ноября 2015 года ВКС России при разных обстоятельствах потеряли в Сирии 4 вертолета и фронтовой бомбардировщик Су-24.